дорогие друзья, с вами снова я, Женя, и вы на моем канале о вязании Yo Happy Toys. Сегодняшнее видео – это итог марафона кукольных дел мастер. Ура! Марафон завершился. Сегодня понедельник, последний день сдачи отчета. Я сегодня записываю вам видео, покажу вам готовую игрушку за эту неделю, а также все остальные куколки, которые я связала за этот марафон. У меня их получилось ровно 4, то есть каждую неделю я вязала по одной куколке. Я очень рада тому, что я достойно завершила этот марафон. Вы помните, что в самом начале я очень переживала о том, что я вылечу из марафона, что я не успею связать куклу за неделю, ведь одним из главных условий этого марафона то, что каждую неделю одна хотя бы куколка должна быть готова. И я очень боялась, что я не успею, потому что как только начался марафон, у меня сразу же прилетел огромнейший заказ. Но все-таки благодаря своему отпуску, благодаря тому, что и ребенок уже большой, благодаря тому, что начались каникулы, и школа уже в последние дни была такая не особо сложная в первом классе. В общем, как-то у меня так получилось, что нашлось у меня время, и я все связалась. Так, под видео я оставляю ссылку на организатор марафона, это Снежана. Добавляйтесь к ней на страницу, возможно, она опять будет устраивать какие-то марафоны, и вы захотите тоже участвовать. И также я оставлю под видео ссылочку на всех спонсоров, на девочек. Спасибо вам большое за то, что вы взяли на себя такую ответственность вообще контролировать этот марафон, помогать Снежане и в конце дарить подарочки участникам. Девочек-участниц вы можете посмотреть по хэштегу «Кукольных дел мастер», он у меня будет в названии моего видео. Вы просто нажимаете на этот хэштег и переходите на другие видео этого же марафона. Благодарю вас всех за поддержку, за комментарии, которые вы оставляете под моими видео. Мне это очень важно и дает мне энергию и стремление записывать видео дальше. Я сразу хочу показать вам в руках итоговую работу, которая у меня получилась. Но, если честно, я ее еще пока не доделала. Вот такой вот у меня малыш. Я не сделала тонировку, не вышел ротик. Здесь не очень хорошо видно, потому что солнышко. Ну, вот такой вот у меня мальчик Женечка получился. Вязала я его все по тому же мастер-классу «Куколка Женечка». В мастер-классе у меня есть как вязание волос для девочки, так же и вязание волос для мальчика. Вот такие вот у него кучерявые волосы, это он без кепочки. Конечно, в этом мастер-классе пока что еще нету одежды на мальчика, но я планирую это сделать, планирую отснять мастер-класс на одежку для мальчика, потому что пишут мне девочки, не скажу, что много, но пишут с вопросом и хотели бы тоже такого связать. Сейчас я хочу вам показать, как все начиналось. Видео, если честно, процессов у меня не так уж и много, потому что как-то, не знаю, может быть, я устала уже снимать по 2 видео в неделю и как-то расслабилась, но процессы есть. Начала я вязать эту игрушку вообще в самом первом видео. Как вы помните, я связала головы всем 4 игрушкам, и в том числе и этому мальчику. И вот он у меня 3, наверное, недели лежал, ждал, когда же я завершу по нему вязание. И вот дождался, по-моему, прелестный он получился. Сейчас я вам ставлю небольшие кусочки того процесса, как все это происходило, потому что изначально он должен был получиться совсем в других цветах. То, что он будет рыжий и в оранжевом комбинезоне с зеленой кепочкой, это как мне пришло в самый последний неожиданный момент. До этого я старательно выбирала, наверное, часа полтора синие цвета, я думала, у него будут синий комбинезон, или синие джинсы, или синие шорты. Ну, в общем, а получилось совсем другое. Так у меня очень часто бывает. Наткнулась просто в Pinterest на фотографии из мультика «Рыжий-рыжий конопатый», и у меня очень захотелось связать рыжего мальчика. Переходим к процессам, потом встретимся сегодня с вами. У нас среда на дворе, 29 мая, а это значит, что пора бы уже приступить к вязанию вот этого молодого человека. Здесь у меня только пряжа для тела. И давайте, что ли, сейчас попробуем подобрать ему пряжу для костюмчика. Мальчик у меня будет по планах в шортах и в шляпке. Я хочу сделать мастер-класс
И вот к девочке Жене хочу этот, ну, к этому мастер-классу его как бы прикрепить, чтобы можно было связать и мальчика, и девочку. Ну, купить один мастер-класс и связать по нему и мальчика, и девочку. Поэтому буду я сейчас выбирать цвет пряжи. Изначально у меня был желтый цвет, желтые шортики и желтая шляпка. Но я не могу вязать одно и то же, мне скучно. И поэтому мне хочется что-то синего, зеленого. Тем более, вот у меня синие и зеленые очень редко используются. И в основном у меня все желтое, розовое, как вы поняли, персиковое. А вот синего-зеленого нет. Поэтому давайте сейчас посмотрим пряжу. Может быть, что-то, может быть, приглянется. Но, опять же, мне хочется, чтобы мальчик был компаньоном к девочке. И вот у нее в расцветке здесь и желтый, и зеленый есть цвета. Поэтому ему бы, конечно, идеально подошел бы какой-то зеленый комбинезон. Ой, желтые шорты. Но я даже не знаю. Сейчас придется разворошить весь этот контейнер, чтобы что-то там выбрать. Вот плохо у меня вот эти все цвета идут. Розовый быстро уходит с белым. А вот эти вот очень медленно. Ну, вы только посмотрите, какой я хомячок. В общем, достала все из контейнера. А вот столько у меня сиреневого, фиолетового. Вот столько у меня синего. Синий вообще плохо идет. Надо срочно вязать джинсы куклам. И вот столько у меня зеленого. Вот в этом контейнере у меня только такие цвета. Ой, я вот честно не знаю. Может быть, сделать ему какую... Ну, сиреневый точно отпадает. У меня вариант или сделать ему тельняшку сине-белого цвета. Или если делать зелено-белого, это уже будет пограничник. Но день пограничника был вчера, и уже поздно мне вязать мальчика-пограничника. А вот сине-белая тельняшка, она, в принципе, и в Африке тельняшка, она всем подойдет. Может быть, тельняшку. Сейчас посмотрю, что у меня есть еще. Так, в общем, еще есть у меня вот такой. Фокус не ловится. Вот такой Ярнар Джинс Тропикал. Например, можно связать тельняшку. И вот из такого связать шортики и шляпку. А еще есть у меня вот такой вот Ярнар Джинс Крейзи. Из него тоже можно как-то связать шортики. Тоже будут полосатые. Сейчас, в общем, я буду думать, как бы мне это все скомпоновать. Но вот в этом есть такие разные оттеночки, что тут можно добавить и желтый, какой-то горчичный, смотрите, 35-й, например, и какой-то сиреневый можно добавить. В общем, сейчас я буду думать, как бы это все сделать. В итоге, когда открывала ларчик с пряжей, у меня там все как бы помещалось. А когда стала обратно все складывать, вот эти моточки не поместились. Поэтому отобрала синий, здесь 17-й, 16-й. Тут какой-то вот этот вот только другой, 68-й. Кстати, такой классный синий, он на джинсы очень круто подходит для джинсов. В общем, решила убрать в отдельный пакетик. Вот как, все же помещалось. Дорогие мои, все пошло совсем по другому пути, не так, как изначально планировалось. Вы видите, что у меня в корзинке совсем другая пряжа. Нет никакого надежды на синий цвет, потому что в последний момент я задумала вот что. Я взяла вот такую рыжую пряжу, это акрил с шерстью. Я, к сожалению, не знаю название, моток покупала очень давно, и если вы помните... Куколку Марии я как-то вязала вот в таком вот рыжем цвете. И вот у меня щелкнуло, как говорится. И мне очень захотелось связать ей братика. Ой, в общем, Женечка будет у меня рыженький. Я связала вчера паричок. Вчера с ребенком опять мы ездили гулять. Он катался там на самокате, а я вязала. И вот я связала за это время такой паричок. Пока не знаю, как к нему относиться. Возможно, что-то изменится. Мне он не совсем нравится, как это выглядит. Какой-то он чудненький получается.
Но, возможно, из-за того, что не до конца оформлено лицо и нет еще ушек. В общем, он будет у меня рыжий мальчик, рыжий-рыжий конопатый, убил дедушку лопатой. Пока. Это вот на сегодня. Сегодня у нас какой день недели? Четверг, наверное. Сейчас я посмотрю. Да, сегодня четверг. 30 мая. И вот пока у меня такие желания. Мне хочется сделать яркого, летнего, солнечного мальчишку с веснушками, рыженького такого. И, соответственно, я стала вязать кофточку. Я подумала, что раз он сам такой яркий, то сам комбинезончик должен быть ну, какой-то спокойный. И поэтому начала вязать вот такие ручки. Связала уже ручки, вернее. Использовала молочный цвет 0,3. И связала уже ножки. Мне остается их соединить. И, скорее всего, я это буду делать завтра. Ну, может быть, и сегодня. Не знаю. У меня просто есть еще один заказ на зайку в сарафане. Еще на одну. И думаю, как бы мне это все успеть. Вот, будет у меня, в общем, молочного цвета комбинезон. И пока что у меня запланирован вот такой вот рыжий. Это цвет номер 85. Вот такой яркий, рыжий. Из него я планирую связать комбинезон. Не шорты, как я планировала раньше, а комбинезон. И у меня уже в голове сложился такой образ комбинезон этих штанишек бананов. Ну, как бы комбинезончика такого. Мне кажется, должно здорово смотреться. Должен быть такой яркий мальчик получиться. В общем, совсем он не будет подходить к моей куколке Женечке. Абсолютно. Он будет просто отдельный персонаж. Такой веселенький. Ну, как будет, так будет. И опять же, все в последний момент у меня может кардинально измениться. Потому что вот как-то вот непостоянно я в своих вот этих вот делах. Мне то одно нравится, то другое нравится, то я увижу одну пряжу, то листаю Pinterest, мне придет другая идея. И, в общем, а хочется все воплотить, все попробовать. При этом я вчера прикладывала ему волосики разные из фактурной пряжи, но ничего мне не нравится с фактурной пряжи. У меня просто нет нужного оттенка, мне кажется, пряжи, но покупать я не хочу. Вы видели, сколько у меня этой пряжи, и мне нужно просто остановить себя и вязать из того, что есть. Не хочу ничего больше докупать, потому что если покупать это, я буду покупать на ВБ, а на ВБ, как обычно, все будет упаковками. Не хочу. Хочу вязать из того, что есть. Вот. В общем, вот такой мальчишка получается. Пока на таком этапе. Показываю вам почти завершенный процесс по мальчику. Почти, потому что мне осталось буквально пришить волосики. Вот такой вот он у меня получается. Рыженький. С веснушками. Я уже связала всю одежду. Здесь кепочка, здесь комбинезончик, здесь тапочки. И вот сейчас я пришиваю волосики, и все. Мальчик Женечка готов. Не знаю, делать ротик или нет. Боюсь испортить этим ротиком, как обычно. И тонировку еще нужно будет сделать. В общем, осталось два момента небольших. Я нисколько не жалею, что выбрала эти цвета. Мне все безумно нравится. И сейчас давайте я покажу вам его поближе на столе. Мы вместе сделаем ему тонировку. В этот раз тонировку я хочу делать не сухой пастелью, а тенями. Я все-таки нашла у себя большую палитру старых теней. И хочу попробовать нежным розовым затонировать ему щечки. Ротик я пока не хочу ему вышивать. Почему-то, когда я вязала куколку-девочку Женечку, я сразу захотела сделать ей ротик. А на мальчика смотрю, и мне кажется, он ему вроде как и не требуется. И так все довольно здорово, гармонично смотрится. Давайте с вами переместимся на стол, сделаем малышу тонировку, завершим уже весь этот образ. Я вам его раздену, покажу, что у меня тут с комбинезоном, какие проблемы, какие косяки, да, они есть. И
покажу все игрушки итоговые, что у меня были связаны за эту неделю. Вместе с вами вспомним. Они все у меня, я их не продала. Вот, поэтому у меня есть возможность всех их вместе вам показать, все 4 штучки. Вот он, герой сегодняшнего видео, мальчик Женечка. И я сейчас предлагаю вам вместе со мной его немножечко преобразить, сделать тонировку. Не знаю, как получится, впервые буду тонировать тенями, боюсь испортить. Честно, совсем незаметно получается, но, наверное, это и к лучшему, потому что это все-таки мальчик. И сильно румянуто, может быть, ему и не стоит бывать. Пускай будет так, не буду я его сильно тонировать, как куколку Женечку. В общем, как-то так получилось. Я натонировала ушки, натонировала щечки. Не стала сильно как-то это все делать, не стала сильно розовым, потому что это все-таки мальчик Женечка. И ну вот он немножко такой смугленький получился. Как считаете, достаточно ли этого или нет, или еще побольше? Но мне лично больше не хочется. Мне кажется, что это достаточно. Самое то получилось так более жизненно, по-человечески, что ли. Давайте я вам сначала расскажу про этого мальчика. Давайте его полностью разденем. Вот такие вот у него ботиночки. Ботиночки есть у меня в мастер-классе по куколке Женечки. Вместе с платьем идут. Это если приобретаете мастер-класс на платьишко. Сейчас здесь фотографию покажу. 100 рублей стоит мастер-класс. На кепочку мастер-класса нету. Пока что на комбинезончик тоже. Комбинезон. Смотрите, он у меня здесь снимается просто с бретельками, а вот здесь вот, для того, чтобы сделать зауженные вот эти вот места, и чтобы ножки все-таки туда проходили, я как сделала? Я сделала вот такие вот клепки. Здесь пришила, здесь... В общем, не смогла пришить, приклеила на горячий клей. А почему не смогла пришить? Потому что на улице, девчонки, жарища, руки потеют. И вот с такими мелкими деталями работать, это просто какое-то, я не знаю, издевательство и мучение. И поэтому я плюнула и просто посадила на горячий клей. Как я делала раньше? Я раньше брала маленькую тоненькую резиночку, обвязывала ее по кругу этими нитками. И потом дальше вширь-вширь расширяла. И то есть вот это место, оно при надевании растягивалось. Так я делала некоторые одежки для своих куколок, ну, для игрушек. Здесь я выбрала вот такую вот машинку. Мне кажется, она очень подходит под цвет волос мальчика. Здесь никаких застежечек нету, ничего нету. Ну, вот тут вот бретельки можно расстегнуть, но я этого не делаю. Они и так хорошо снимаются. Вот такой мальчик. Я ему специально сделала беленький комбинезончик, чтобы можно было вязать одежду любого цвета. Мне кажется, она ему... это как бы классика, беленький костюмчик. В общем, ножки у мальчика сгибаются. Его можно вот так вот посадить. Ну, с опорой на что-то, на стену. Вот так вот. Голова тоже поворотная, как вы понимаете. Ну, в общем, такой мальчишка. Вот сейчас смотрю все больше и больше, и мне прям нравится, как получилась у него тонировка. Смотрится естественно. Не переборщила как-то нормально. Вот, наверное, я так и буду.
может быть, в дальнейшем тенями пользоваться для тонировки. Давайте оденем мальчишку. Видите, здесь расстегнулась. Ну вот, можно широкий оставлять, делать комбинезон. Широкий, в принципе, тоже, ну, довольно хорошо, интересно смотрится. Но мне вот хотелось сделать вид, как штанов бананов, что ли. В общем, вот такая вот работа у меня на последней неделе марафона кукольных дел мастер. Я очень довольна этим мальчиком. Мне кажется, что он получился очень симпатичным. Пишите в комментариях, как вам, понравился парень или нет. Как вы относитесь к такой расцветке. Ну вот мне захотелось какого-то летнего мальчишку сделать, прям вот летнего-летнего. Видимо, солнышко, что ли, на меня тоже так влияет, эти жаркие деньки, и хочется прям как-то вот, я не знаю, порадоваться лету. Ну что, давайте я вам покажу следующих своих персонажей. В первой неделе марафона была связана вот такая куколка, куколка Wednesday по мастер-классу куколки Марии. У нее тоже поворотная голова, такая она в контрасте идет с мальчиком Женечкой, такая она темная, такая готская девочка, девочка год. Но все же она мне очень нравится. Вот такая малышка, куколка Марии. Следующая неделя марафона, это была вторая неделя марафона, и был связан вот этот вот парень прекрасный. У него тоже ручки у него на креплении, на проволочном креплении, можно их как-то сгибать, изменять. Он у меня отлично вписался в интерьер, мне очень нравится этот груд. Он такой, ну, здоровская игрушка, он такой большой, крупный получился, здоровский мастер-класс, мне прям очень понравился. Я горда тем, что я все-таки осилила эту игрушку. Я очень давно видела, как девочки вязали так, ну, этого паренька, и мне тоже всегда хотелось его связать, но останавливал как-то страх того, что это, во-первых, очень большая игрушка, во-вторых, я боялась, что у меня не получится, и вот благодаря этому марафону он у меня появился. Тут расчищаю место для следующей куколки, для куколки Женечки. Вот она, прекрасная летняя девчонка, тоже летняя, в летнем наряде. В общем, вот. Вот они все, мои персонажи, связанные в этом прекрасном, еще раз повторюсь, марафоне. И вот смотрю, вот у куколки Женечки, например, если смотреть, тонировка красненькая, ей это как бы подходит, такой румянец для девочки. А мальчику, если бы я такой румянец сделала, возможно, было бы не так красиво, ну, возможно, не так красиво смотрелось бы. Так что хорошо, что я все-таки мальчику сделала тонировку тенями. Он такой более естественный у меня вышел. На этом я буду завершать свое видео марафона. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за ваши лайки. Пишите, как вам все эти игрушки, понравились или нет. Лично я прям очень довольна, мне очень они все нравятся. Еще бы было классно, если бы они смогли найти свой дом, но кроме Грута. Грута я точно продавать не буду, а вот куколок я бы с удовольствием продала, если бы кто-то вот купил. Но смотрю и налюбоваться на них не могу. Мне они нравятся все, абсолютно все. Все своеобразные, и я рада тому, что я выполнила все свои желания, которые у меня были, все свои задумки. Я, в принципе, так и хотела. Вот. Хотела связать эти игрушки, и я их связала. Я завершаю свое видео. Всем пока-пока. Увидимся с вами в вязальном стандартном влоге в следующую субботу. Я надеюсь, что я выпущу видео, потому что... Почему говорю «надеюсь»? Потому что я действительно устала за этот месяц по два раза в неделю выпускать такие полноценные видео. Все равно они получались у меня не маленькими, по полчаса как минимум. Плюс... У меня сейчас нет заказов, поэтому я буду делать мастер-класс. В общем, спасибо вам большое, друзья, за поддержку. Спасибо всем девочкам-участницам, организатору Снежане за... Ну и спонсорам, конечно же, за этот марафон. Он был чудесный, увлекательный. Столько кукол было навязано прекраснейших. Просто посмотрите видео других девчонок, и вы обалдеете. Зарядитесь такой, я думаю, энергией на вязание кукол. И вам тоже обязательно захочется, ну, что-то вот такое вот повязать. На этом завершаю видео. Всем пока-пока.
и до новых встреч!